Я хочу вас познакомить с эллиптическими кривыми. Сам я с ними знаком ужасно шапошно. Это очень сложная наука, но я в нее совершенно влюбился просто по уши и буду разбираться, пока не разберусь до конца всю оставшуюся жизнь. Вот. И цель моя лекции, чтобы вы тоже ее полюбили. Значит, смотрите, начнем с очень простой детской задачки. Пришли дети на праздник. Не ты ли мне, кстати, прислал это впервые несколько лет назад? Возможно, что Ваня это прислал, да. Значит, пришли дети на праздник и обнаружили, что яблок, банан и ананасов, если посчитать количество яблок, количество бананов и количество ананасов, то эти количества удовлетворяют такой вот нехитрой формуле. Там были слова яблоки, бананы и ананасы? Ну да. Тогда точно не я. Серьезно? Ну, может, и не ты. Не буду присваивать. Не буду. Я не помню, кто. Но мне это прислали тогда, когда я начал читать курс по эллиптическим кривым. Ну, там не курс, а пару лекций в рамках курса по диофантовым уравнениям. И я сам едва-едва начал в них разбираться. И просил друзей присылать какие-нибудь имеющие к ним отношение вещи. Так вот. Ну, вот там посчитали дети, да, сколько яблок, бананов и ананасов. И составили такое вот соотношение. Симметричное и понятное соотношение. Количество яблок делить на остальных фруктов, количество бананов делить на остальных фруктов и ананасов тоже. Получилось число 4. Вопрос, сколько могло быть бананов, яблок и ананасов? А кто командует слайдами? Я сам здесь, да? Так, тогда... Вот так, да? Ой. Сейчас. А где остальные? Вот. Забудите. А где остальные файлики? Вот их 4 было. Нет, а где остальные? Я все равно не вижу остальных файлов. Они где? На десктопе или нет? Они вообще нигде. Сейчас. А кто эти? Вот кому я присылал? Я прислал файлы девушке вот. Ой, а они не здесь, нет? Нет, я их не сохраняла. Так не-не-не, надо их этот на десктоп сейчас кинуть. Сейчас мы остальные файлы кинем на десктоп. Но с другой стороны, пока. У тебя есть кнопочка волшебная. Да, понял, да. И переключение, а не отдельные файлы. Да, это 4 отдельных файла. Один большой, я его буду в основном сегодня показывать. Вот. А остальные такие маленькие. Так, значит, это я могу стереть, да? Это сняли уже. Да. Вот. Ну и, как ни странно, эта задача из того же самого семейства задач, из которых великая теорема Ферма. И методы, которые применяются, чтобы решить задачу... может быть, кинете все просто на десктоп. Вот. Они те же самые, только гораздо более простые. Как и те, которые применил Эндрю Уайлс при доказательстве великой теоремы Ферма. Вот. Еще одно введение. Альтернативное. Значит, вот только сейчас я перекрываю. Механизмы функционирования криптовалюты биткоин основаны на вот таком странном уравнении. Вот свежий маркер. Что значит механизмы и как они основаны? Ну вот передача, как можно зашифровать некоторую информацию, ее передать вслух. Можно найти какое-нибудь решение этого уравнения, потом сказать, что мы производим с этим решением сколько-то итераций так называемого сложения. Вот что такое так называемое сложение, я сегодня объясню в деталях. Вот это, так сказать, это цель, задача минимум, это объяснить, что такое сложение разных решений такого уравнения. Вот, но там сколько именно раз складывать можно шепнуть на ухо, например, или шепнуть на ухо начальную точку, с которой мы стартуем. Или шепнуть на ухо, например, что мы будем рассматривать решение не в обычных целых числах, а, например, в конечном поле. Знаете, что такое конечные поля, да? Берем там все числа по модулю 101 остатки. С
101 простое число. Файл появился, да. Ну вот. Так вот, значит, механизмы функционирования решения вот такого уравнения целых, рациональных или таких вот остатков по какому-то простому модулю, они, ну, зарыты в современных системах шифрования и кодирования. Это тоже эллиптические кривые. Значит, здесь, причем тут эллиптические кривые здесь, однако, фрукты, да? Ну, давайте я покажу ответ. Давайте ответ. Тоже все это, да, это все тоже делается, но в шифровании, по-моему, они ограничиваются конечными на данный момент. Так вот, сейчас я показываю ответ к задаче о фруктах. Это минимальный ответ. Минимальный по размеру ответ, но, например, по там, одному из значений. Нет, сейчас нужно, да, ага. Итак, я открываю ответ. Вот он. Ваня, ответ. Количество яблок, апельсин и банан. Это минимально возможно. Да. То есть первое, первое утверждение. Существует. Первое утверждение существует, да. Такая комната существует, но не в нашей вселенной. В нашей вселенной не хватит места. Если во всей вселенной выращивать яблоки, апельсины и бананы, на всех экзопланетах Бориса Евгеньевича Штерна, везде, где живут какие-то эти самые гуманоиды, да, какие-нибудь выращивают яблокоиды там или банановиды, всего не хватит, всего пространства Вселенной не хватит, чтобы эти количества вырастить. И это минимальное решение. Возникает вопрос, а как к нему попасть? Вот как такое решение можно найти, если оно минимальное? Как, я что, перебирал? Ну, я думаю, вы в курсе, да, что до таких чисел нельзя добраться существующими средствами. Смотря как перебирать. Ну, да, вот я имею в виду, что прямым перебором, если вы будете считать на компьютере, то сегодняшнее средство не позволяет добраться до этих чисел. То есть получить их прямым тупым перебором точно нельзя. Да, никогда, ну я не знаю, там насчет квантовых компьютеров и что это вообще такое, есть ли оно и будет ли оно. Но, по крайней мере, то, что есть сегодня, не даст. Соответственно, здесь явно заложен какой-то механизм, вот механизм получения этих решений. Но вот я буду сегодня рассказывать про соответствующие механизмы на примере, правда, других кривых, но из той же серии так называемых эллиптических кривых. Я это все расскажу, это пока еще идет введение. Значит, но давайте, значит, я продолжу введение на примере вот этой вот кривой. Мы сейчас с ней проделаем некоторую операцию. Включить. Да, теперь снова свет, и можно пока притушить некоторое время. Сейчас мы поработаем руками. Значит, вот это вот типичный пример того, что мы называем эллиптические кривые. Ну, в первую очередь, это должно быть кубическое уравнение. Это первое. Значит, это обязательно. Чтобы быть эллиптической кривой, нужно быть множеством решений кубического уравнения. Значит, кубического уравнения от двух переменных или однородного кубического уравнения от трех переменных. Тогда это такая линейчатая поверхность, высекаемая в пространстве. В принципе, это очень похоже на уравнение о двух переменных. Ну, например, вот такому уравнению о двух переменных соответствует вот такое однородное. Давайте напишем y квадрат z равно x кубе плюс 7z в кубе. То есть я ввел третью переменную, и чтобы сделать уравнение однородным, мне нужно все слагаемые довести до степени 3 в сумме, да? Ну и это означает, что там, где был квадрат, там нужно домножить на просто z. Там, где была линейная степень, таких у нас нет. Нужно домножать на z квадрат. Там, где был куб, там ничего не надо трогать. Там, где константа, там умножать на z куб. Положить z равно 1. Ну и если мы теперь обратно хотим перейти, да, то мы кладем z равно 1. Ну, на самом деле, чуть-чуть больше, вот у этого уравнения чуть больше решений, чем у исходного, ну, по крайней мере, априори их чуть больше. Априори их чуть больше, чем у исходного. За счет чего? Ну, конечно, как можно вообще сравнивать решение такого уравнения и такого? Здесь пары, да, x, y, а здесь тройки x, y, z. Смотрите, как странно я пишу эту тройку.
Почему я так странно пишу эту тройку? Да, совершенно верно. Именно поэтому. Это, значит, вот это вот множество всех x, y, z, которые удовлетворяют вот этому уравнению, оно имеет специальную природу. Если какая-то тройка удовлетворяет, то удвоенная, утроенная там тройка, да, во сколько раз хотите увеличенная тройка, тоже удовлетворяет, уравнение однородное. Вот, поэтому записывают вот так, типа отношения, да, чтобы вот такое было равно, скажем, 2x к 2y к 2z, что домножение на какую-то константу, мы будем считать, что не меняет ситуацию. То есть мы будем в трехмерном пространстве рисовать решение вот такого уравнения, как прямые, проходящие через ноль. Сам ноль как бы ну, не существует, запрещен. Это запрещенная точка. Запрещенная в России террористическая организация. 0,0,0. Вот, значит, всегда надо упоминать, что она запрещена. На проективной плоскости это, значит, первым делом из пространства выкидывается точка, а дальше говорится, что проективная плоскость — это множество, состоящее из вот таких вот прямых, да, то есть в ней, на проективной плоскости точка является прямая. А прямой, ну как вы думаете, что на проективной плоскости тогда является прямой, если точка является прямая? Плоскость, да? Да, совершенно верно, да. Когда мы слушали когда-то это в школе, был вопрос, а что курил автор этой гипотезы, вообще этой всей теории. Ну вот я не знаю, но, по крайней мере, она оказалась очень полезной. То есть это плоскость, тоже проходящая через начало. Зеленый, да, ага. Синий, красный красивый. Ну, можно черный, красный, ну ладно, я понял. Вот, в общем, получается, что прямой на проективной плоскости является плоскость в обычном смысле слова, проходящая через 0,0,0. Ну и как бы прямая — это множество всех точек, а точка — это прямая, то есть это вот такой вот пучок по кругу вот вращающихся прямых. Вот. Ну и действительно, если мы теперь каждому такому решению сопоставим x к y к 1, то это будет почти взаимно однозначное соответствие. Ну да, да, повернутая как-то плоскость, как угодно, вот так вот, висящая в пространстве. А обратное отображение будет выглядеть как x, y, z, ну вот это вот. Что ему будет соответствовать, кто мне скажет? Скажи, какая пара? X на z, y на z. Молодец, совершенно верно. X на z и y на z. Но видно, что это не совсем взаимоднозначное соответствие. Потому что в обратную сторону бывает, что z равно нулю, и тогда тут возникает epic fail. Мы никуда не попадаем. И это соответствует ситуации, что на самом деле z, если z приравнять нулю, тут дополнительные решения появляются. В данном случае ровно одно решение. X равно единице, y и z равны нулю. Если подставить... я не прав. Значит... z равно нулю, z равно нулю означает, я неправильно сказал, z равно нулю означает, что x тоже должен быть равен нулю. Значит, это 0, y, 0. Так как 0,0,0 запрещено в России как террористическая организация, то y должен быть отличен от нуля, тогда можно поделить на все три на этот y. И получится, что это та же самая точка, что и просто точка 0,1,0. Ну и еще ощущение такое, что она тройная, да, в каком-то смысле. Потому что тут x кубе был, да, x кубе равно нулю уравнение, да. По идее, x кубе равно нулю. Если бы там было не x кубе равно нулю, там, а какое-то кубическое уравнение, то было бы три решения в норме. А здесь они все склеились в одно. Но это как бы в дальнейшем мы выясним, что это точка перегиба на этой кривой на самом деле. Вот та самая, которая не видна, кажется точкой перегиба. Но когда три решения совпадают вместе, вы знаете, да, из мат-анализа, что обычно бывает, что в этом месте происходит вот такой вот перегиб кривой. Вот, а этот перегиб, он как бы вот туда вот ушел туда. С точки зрения этой плоскости он ушел на бесконечность. Но я пока говорю какие-то страшные непонятные вещи, поэтому давайте я временно перестану их говорить, потом мы к ним вернемся. То есть страшные непонятные вещи будут еще у нас. Пока я просто замечу, что вот тут такой есть способ смотреть на уравнение либо как уравнение третьей степени от двух переменных, либо как однородное уравнение третьей степени от трех.
Ну и как бы на самом деле более правильно именно на однородные от трех смотреть. Но, естественно, в этом случае мы решением называем одно решение, это одна прямая, лежащая на соответствующем графике, а график сам состоит из прямых. Вот. Теперь самое интересное на самом деле. Кто угадает какое-нибудь решение этого уравнения? Вот так возьмет и угадает какое-нибудь целочисленное решение этого уравнения. Только внимание, здесь есть подвох. Целочисленное, но с подвохом. Что значит целочисленное, но с подвохом? А? Нет, большие вы не угадаете сходу, естественно. Это что x и y должны иметь разную четность, например. А? Нет. Тут подвох. Есть! Но немножко неправильные, не настоящие. Правильно. Молодцы, ребята. Именно так. Как только сознание вышло за клетку, рабскую клетку вещественных чисел, да, в которую нас посадили от рождения, вот, когда мы вырвались из этой рабской клетки, мы сразу угадали правильное решение. Это x равно минус 2, а y равно i. Хорошо. А теперь мы проделаем следующую операцию. А если другие поля там выпадают? Да. Ну там можно угадывать, в разных полях угадываются разные корни. Вот. Значит, теперь я проделаю операцию, которую можно делать в любом поле, как сказал Ваня. Но поле — это система чисел, где можно складывать, вычитать, умножать и делить. Значит, что я делаю? Я сейчас через точку минус 2 и провожу касательную. А как можно комплексную касательную провести? Если бы это была вещественная точка. Но эта вот кривая, она типа, значит, как она устроена в вещественной части плоскости? В вещественной части плоскости это такое корыто, корыто на палочке. Ну давайте посмотрим, x равно на двух палочках. X равно нулю, значит, y равно корень из 7, да, плюс-минус. Оно симметрично, естественно, относительно оси, то, что плюс-минус y ходит. Дальше налево вот будет идти до момента, когда это все прекратится вот слева уже, вот слева от чего будет, уже не видно ничего в вещественной части. Мы строим кривую вот эту, вещественную, обычную такую вот. Ну, вот. Да, то есть x в кубе станет равен минус 7. То есть немножко до двух. Вот как раз мы угадали эту двойку, но на самом деле двойка уже в комплексной части лежит. А вот если чуть-чуть раньше корень кубический из 7 взять со знаком минус. Ну, если посмотреть аккуратно, тут вертикальная косалова будет. Значит, вот, в общем, она будет вот так идти, и дальше она, значит, на самом деле, вот даже вот что-то вот такое будет. Это такая хитрая штука. Биткоинеры, они не дураки, они интересную кривую взяли себе. Вот. Так вот. Если я угадал бы какую-нибудь человеческую точку, ну, вещественную, да, то я бы вот так поступил, вот так, и нашел бы еще одну точку. И если эта точка имела своими коэффициентами, например, дроби, или, например, дроби с использованием корня из трех, или какое-нибудь еще поле, да, поле, в котором вот все это живет, то после проведения касательной, вот эта прямая, она тоже была бы, имела коэффициенты в этом поле. Ну, понятно, почему касательная обладает таким свойством. Почему касательная обладает таким свойством? Ну, давайте просто проведем касательную сразу через комплексную точку, и станет понятно. Там будет одно уравнение, получится от одного параметра. Вот, значит, итак. Ну, давайте исходить из нашего опыта здешнего. Здешний опыт такой, что мы пускаем под разными уклонами прямые, и в одном и только одном случае, если я запараметризую вот эту прямую, то функция, соответствующая y квадрат, там минус x кубе минус 7, будет в окрестности вести себя как второго порядка величина. Какая абсцисса вот этого пучка, вот, который вот пересекает? Вот здесь вот какая абсцисса?
Ну, здесь я не знаю, я случайно взял, но у нас будет минус 2 и. Значит, я хочу запустить пучок прямых. Ну, минус 2 плюс альфа t и плюс бета t. Он выглядит вот так. Здесь альфа к бета, да, вот отношение альфа-бета задает прямую. Опять же, все, заметьте, что лейтмотив проективности здесь имеется, потому что если я запустил прямую с отношением альфа к бета, а потом умножил на 3, например, да, то это та же самая прямая в точности при параметризации по t пробежит ту же самую прямую. Ты как-то хитро сделал. Ты взял c2, комплексную плоскость, а потом из нее проективную сделал не с помощью комплексных чисел, а с помощью вещественных. Нет, почему? Комплексных. Я альфа-бета ищу комплексные отношения. Так 2 вот. Ты не умножаешь на t? Нет, это я стартовал из минус 2 и я взял одну фиксированную точку и прибавил t на некоторый вектор. Вектор будет альфа-бета. Вектор. Это вектор. Альфа-бета — комплексные числа. Да, да. И мне нужно запустить так, чтобы она была касательной. Но в комплексном смысле касательную мы не вполне понимаем, что это такое, да? Ну, по крайней мере, не все из нас, да, понимают. Но в вещественном смысле касательная вот так определяется. На самом деле касательное, понятие касательной, определяется для любого поля. Вообще любого поля. И это означает, что при вот подстановки соответствующего уравнения сюда исчезает линейный член. Все. Точка. Это формальное определение касания для любого поля. То есть я подставил сюда и убедился в том, что при t у меня ничего нет. При t квадрат что-то есть, а при t ничего нет. Но давайте просто подставим, чтобы не быть голословным, не объяснять сейчас долго, почему здесь рациональные коэффициенты получится. Я просто покажу это, и все. Подставляем. Y квадрат — это минус 1, так, плюс 2 и бета t, согласны? Плюс бета квадрат t квадрат равно x в кубе, тут потруднее будет, минус 8 плюс, значит, 4жды 3, да, 12 альфа t. Дальше, значит, 3 на минус 2 на это в квадрате. То есть минус 6 альфа квадрат t квадрат. Плюс альфа в кубе t в кубе. И плюс 7 не забудем. Согласны? Обычные правила действий. Теперь поехали. Минус 1 предсказуемо сокращается с минус 8 плюс 7, потому что мы стартовали из точки, лежащей на кривой, и, естественно, не ожидали получить члена без t вообще. А вот теперь касание — это когда члена с t тоже нет, и остаются только квадраты. Ну нет ничего проще, просто надо подставить, и все, и получим, что 2 и бета t должно быть равно 12 альфа t. Правильно? 2 и бета t равно 12 альфа t. Так, ну-ка давайте еще раз. Мне казалось, что у меня со знаком минус получалось, когда я это делал. Нет, с плюсом. Все нормально. Так, значит, тем самым получается, что при сокращении t у меня, ну и двойки тоже, у меня получается, что... А, ну да, бета, да? Бета равно 6 альфа и со знаком минус, вот так. То есть мы сократили на t, сократили на 2, то есть бета и равно 6 альфа, значит, бета равно минус 6 альфа и. Ну, можно, например, считать, что альфа равно единице, или минус единицы, даже удобнее минус единицы. И тогда бета равно 6i. Вот. То есть тут только отношение важно, отношение вот такое. А теперь посмотрим, что у нас осталось. Эти ушли тоже. И остались квадратные и кубические. Вань, теперь видишь, почему рациональный коэффициент? Т квадрат ушел, про Т линейное уравнение. Значит, ты спрашивал, почему будут коэффициенты лежать в том же поле, в котором я работаю. Ну, в случае комплексных чисел это и так ясно, потому что все лежит в комплексных числах. Но в случае, если поле было... Ну, в общем, остается уравнение линейное по сути, потому что осталось что? Бета квадрат... Ну, бету я уже могу заменить, да, сколько там будет. У меня, значит, это будет 36, минус 36, да? Т квадрат минус 36 Т квадрат равно, значит, альфа, так, минус 6 t квадрат, да, плюс
t в кубе на минус 1, минус t в кубе, да? Похоже? Ну и t квадрат сокращается, потому что он отвечает за касание в этой точке. То есть t равно нулю — это двойное решение в точке касания. Но так как уравнение третье, а не второй степени, то мы получаем третье решение на пересечении. И третье решение при сокращении t нам дает, что, соответственно, t равно минус или плюс 30. Плюс, да, 30. t туда кидаем, 30t квадрат равно t в кубе. t равно 30. То есть при t равно 30, при подстановке t равно 30, соответствующую формулу, должно возникнуть новое решение. Проверяем. Минус 2, минус 30. Т тут равно 30, а альфа равно единице. Извини, Леша, а прежде чем в арифметику погрузимся, можно для тупых логику еще раз повторить? Вот для меня. Да, значит, логика, она на самом деле нарисована. Можно я попробую повторить? Вот логика нарисована здесь. Можно я попробую повторить? Давай. Слушатель. Если я понял, значит, наверное... Да, давай. Мы рассматриваем комплексную плоскость, пока самую обыкновенную, С2. Х и Y принадлежат С2. Мы рассматриваем в этой c2 множество задаваемых вон тем уравнений. Да, мы угадали одно решение, то есть одну точку этого множества. Да. Вот ту, минус 2 и. Мы хотим угадать еще одну точку. Да. Для этого мы через точку минус 2 и проводим в этой комплексной c2, то есть как бы квадрат этой комплексной плоскости. Угу. Проводим вещественную прямую. Нет, комплексную прямую, нормальную. Вещественную, у тебя t вещественная. Нет, t произвольное абсолютно комплексное число. Комплексное, да. Нет, это нормальная комплексная прямая в комплексной двумерной пространстве чисел Паули. Знаете, что такое, да? Вот меня однажды выгнали из Дивгема. Меня на мехмате выгнали из Дивгема. С лекции по Дивгему. Вел Постников, великий, кстати, человек. Он выгнал за следующее. Он сказал, что c квадрат называется пространством чисел Паули. В связи с физическими аналогиями. Ну там эти матрицы же Паули. Ну да, да, то есть просто комплексная плоскость, она же четырехмерное вещественное пространство со специальной структурой, да, называется пространством чисел Паули. А я сказал, тогда, наверное, вещественную прямую мы назовем пространством чисел Постникова. И был выгнан с урока. А мог сказать полу-Паули? Тогда бы остался, да? Не знаю. Короче, в общем, мы пытаемся сделать что? Мы угадали одну точку этого множества, находим настоящую комплексную прямую в этой вот... Да, нормальную комплексную прямую, без балды, потому что у нас решение-то... Ну, как бы... значит, направление этой прямой, задаваемой векторами альфа и бета, вернее, числами альфа и бета. Отношением альфа к бета, фактически, да, фактически проективным отношением, да. Так, чтобы... В случае, когда у нас пробегает t эту прямую, не вязка между этой прямой и той, тем множеством имела порядок выше, точно, чем t. Точно. Молодец, вот. Да. И вот мы, значит... Именно так и делаем. И нам удалось найти... Удалось, да, это уравнение линейное получается. Да, нам удалось найти, значит, такое t, при котором эта невязка как раз квадратичная, да, по t. И сейчас мы хотим проверить, будет ли удовлетворяться... Мы хотим просто найти соответствующее третье решение. Будет третье решение. Дальше ключевой момент. У нас уравнение третьей степени. Видите, мы нашли только пока... Мы нашли направление, в котором t равно нулю является кратным двукратным корнем. Не однократным, как обычно. T равно нулю двукратным. А при t равно нулю получается... Ну, не при t равно нулю, а при... Я прошу прощения. Мы нашли, правильно, такое направление, что t равно нулю вдоль этого направления — это двукратный корень. Мне не очевидно, почему так. Ну, потому что сократилось. Все. Вот уравнение. T квадрат выделяется как t квадрат равно нулю — одно решение, другое t равно чему-то. Ну, то есть кубическое уравнение, которое получено по t, мы хотим посмотреть, при каких значениях t эта прямая пересекается с кривой нашей. То есть при каких значениях t на этой прямой выполнено это соотношение. Ты получаешь уравнение. Да, такое. Да, да, я получил, да. На t минус 30 равно 0. Ну да. И ты находишь, что у него есть... 3, да. И тут важно, что 3. Тут самое важное, вот, как бы кубические кривые выделены принципиально среди всех вообще. Ну, от этого пока еще. От того, что мы нашли, при каких альфа и бета у нас эта штучка там... Да. Еще далеко до то принадлежности точки этому множеству. Нет, так а после этого, когда мы нашли их, мы подставили, у нас получилось третье t. И это прямая пересчет ровно один раз, еще кривую. И решение получается рационально выражаться. Ну, то есть, все, я понял. Значит, ответ такой, что... t равно 30 вдоль этой прямой. t равно 30, вернее так, точка
вида вот этого, да, принадлежит нашему вот этого, множеству да, да, при всех t, d3, этому уравнению. Да, то есть при t равно 30 вот. И дважды t равно 0. Но при этом альфа и бета тоже вот такие. Ну, они нашлись. Да, поэтому получается минус 32, видите, да, уже минус 32. Значит, здесь минус 32, а здесь сколько? И плюс 180i. То есть 181i. Получается вот такая вот интересная, значит, интересная точка. Вообще, если вы откроете сайты, там, обсуждающие биткоин, там только этим и занимаются. Они берут и с этой кривой, значит, фигачат там в разных полях, вычисляя там какие-то шифры, передачи информации с помощью них. То есть это такая как бы сейчас упражнение на понимание биткоина. Вы будете потом проще вам понимать, что там происходит с ним. Вот, но они в конечных полях это делают, а мы в C. Ну вот, то есть получается, что точка минус 32,181i — это тоже точка этой кривой. Ну блин, попробуй ее угадай, да, вначале? Попробуй такую точку угадай. А мы ее получили из вполне понятных соображений. Теперь внимание, кто эти соображения изобрел? Раньше копай, но еще раньше, если вот взять не комплексную, а вещественную часть этих рассуждений, вот если бы это все… Что, Декарт, что ли? Еще раньше. Паскаль? Еще раньше, это не новое время. Греки? Чуть позже. Родоначальник всех уравнений, которые мы решаем. Диофант, да. Да, Диофант. Диофант Александрийский. Наш небесный покровитель математики, можно сказать. Ну, его можно, наверное, греком отметить. А? Ну, его можно, наверное, греком. Можно, наверное, да, условно. Третий век. Когда что-то сказал, нет. Ну, я с греком у меня ассоциируются там какие-то века такие, где Пифагор с Эвклидом жили. Ну, в принципе, наверное, ты прав, да. Наверное, я думаю, что ты прав. Они до сих пор даже еще какие-то есть где-то. Вот. Чего-то даже пишут. Так вот. Ну давайте проверим, что у нас произошло. У нас произошло то, что минус 181 квадрат равно минус 32 в кубе плюс 7. Или иными словами, получается такое нехилое противоречие гипотезы АБЦ частное. Ну как бы гипотеза АБЦ, она пока является статус гипотезы. Да, конечно, конечно, конечно. Значит, 2 в 15 равно 181 квадрат плюс 7. А я ровно на этом примере сейчас я и расскажу про гипотезу АБЦ. На эллиптических кривых очень легко получать такие близкие к противоречиям ситуации. Значит, что такое гипотеза АБЦ? Ну уж раз мы начали такое, как можно не сказать про гипотезу АБЦ, раз мы к ней тут вот вдруг вырулили. Сейчас это этот самый... Как называется? Автодром, да? Нет. Нет, как? Машинки. Вот, машинки, да. Машинки, точно. Мы должны на них сидеть. Значит, пусть... Да, сверху, вот там. Меня выдержит. Меня тоже. Ну, вообще, есть только один способ узнать это, наверное. Да, конечно. Это эмпирическая, экспериментальная проверка. Так, пусть А плюс Б равно С. Начинается так гипотеза АБЦ. Где А, Б, С целые, положительные, взаимно простые. Ну, понятно, я не учитываю, я не говорю о том, взаимно простые попарно или в совокупности, потому что если уж А плюс Б равно С, то это эквивалентные условия. Целые, обычные, не комплексные целые, а прям вот целые. Да. Те, которые дети кубики играют, вот те. А то это будет и кубиков. У меня, папа, у меня получилось и кубиков в ответе, да? Вот. Дай мне, пожалуйста, и кубиков. Это у него папа рожаемый кружок. Вот. Так вот, тогда c меньше или равно некоторого выражения в степени 1 плюс эпсилон. А, теперь уточнение состоит в следующем. Значит, что это за выражение? Это... Вот давайте я разложу их на множители. P1 в степени альфа 1, P2 в степени альфа 2, так далее, PR в степени альфа R. Это A. Тогда у B, естественно, будут совершенно другие. Ну, потому что взаимно простые, да? Попарно взаимно простые, все другие. QL в степени бета L. Ну и, соответственно, C тоже какое-то число там. PQR1 в степени там гамма 1, R2 в степени гамма 2, так далее, R, что еще бывает, S в степени гамма S.
Так вот, выражение, которое я возвожу в степени 1 плюс альфа, это произведение всех вот этих простых без всяких степеней подряд. PR, Q1, Q2, так далее, QL, R1, блин, R все-таки. Вот зараза, мне никогда не хватает букв. Значит, это V было. Это было V, да, V. Не надо, не дай Господь. Еще и с индексом. В университете Дмитрия Пожарского легко вести занятия, потому что они знают все эти латынь, древнегреческие, там можно вообще очень много букв использовать, они радостны это. Вот, это. Ну вот, вот так вот. Значит, теперь уточнение. Уточнение. Какое? Да, уточнение. Если эпсилон равно единице, то есть если я напишу 2, то нет ни одного обнаруженного экспериментально контрпримера. Если я заменяю на 1 плюс эпсилон, то там в некоторый момент начинаются контрпримеры. В частности, очень классный контрпример вот это. Давайте проверим, какой здесь будет контрпример. То есть чему равно эпсилон в этом примере, да, должно быть, чтобы она была верной. Нужно, чтобы 2 в 15 было меньше или равно. Дважды 181, оно простое, на 7, ну, в какой-то степени, да, 1 плюс эпсилон. Ну что это такое? 2 в 15 — это 32 там, тысячи, ну вот я на самом деле, если я не ошибся, то 32 768, и оно получается, должно быть меньше или равно 2534 степени 1 плюс эпсилон. Есть какой-нибудь логарифмический калькулятор, который берет логарифм от вот этого числа по основанию вот этого числа? Если высчитаете, я скажу эпсилон сразу. Вот. Так что... Да сейчас вон, сейчас, не, да? Ну, в общем, сейчас мы получим эпсилон, но видно, что эпсилон в этом случае, ну, где-то может быть 0,2, то есть, ну, типа 1,2 получается. Но... На всякий случай, если вдруг кто не знает, здесь не только математический, современный научный калькулятор математический называется wolframalpha.com. Вы вводите туда любое выражение, которое надо посчитать, и, скорее всего, вы получите довольно быстро, довольно точный ответ. Да, бесплатно. И без регистрации. Вот. Ну, есть еще некоторые примеры. Ну, вот просто единицу здесь нельзя написать хотя бы, вот, потому что вот тот пример есть. Также есть хороший пример. Какой пример хороший? 125 — это 5 в кубе, да? И это 2 квадрат плюс 11 квадрат. Да, 1,33. О! Эпсилон. Не, ну один, естественно, 1 плюс эпсилон. Да. Значит, то есть, видите, мы добились вообще очень, ну, это такой очень крутой. Но из эллиптических кривых наверняка все эти примеры идут, вот самые такие примеры. Так вот, она и состоит в том, что почти всегда это так, если я здесь поставил эпсилон больше нуля. То есть вот это вот нарушается конечное количество раз. Именно конечное. При любом альфа, ой, эпсилон больше нуля. Нет, ты же просто сказал, все, что там это для почти всех. Ну, там, ну это и есть, для почти всех и конечное количество раз. Смотря какая мера у тебя там. Нет, ну, когда я считаю конечное, ну, решение, ну, например, да. Нет, ну, слушай, для почти всех, для почти всех в натуральном ряду всегда понимается только одно. Для нет, всех, кроме конечного не числа. Так, это не так, конечно. Ну, хорошо. Можно это... посчитать долю этих чисел в отрезке от 1 до n. Я понял, да. И будет стремиться к нулю. Квадрат, нет, но все-таки в нормальной ситуации для почти всех означает для всех, кроме конечного количества. А если нет, надо говорить противное. Плотность стремится к нулю, там, ну понятно. Вот. Ну, в общем, здесь имеется в виду следующее, для что просто, да, для любого эпсилона больше нуля нарушение это неравенство происходит только конечное число раз. Ну, конечно, чем ближе к эпсилону к нулю, тем большее число раз. То есть при эпсилоне равно единице нарушение не выявлено, по-моему. Я не помню, честно говоря, с какого начиная вот нарушения вообще нет. Ну, в общем, это уже детали, понятно. Здесь, например, 110, логарифм нужен брать 110, 125, да, вот такой. Вот. Но это больше, чем 1,33, то есть это меньше, чем 1,33. Это более крутой пример, который мы сейчас получили на основании. Так вот эта гипотеза, она влечет в одну строчку теорему Ферма великую. И здесь, в Нижнем Новгороде, я это рассказывал. Вот прямо здесь. В соседней аудитории, да. Рассказывал пару лет назад. Но сейчас речь не о том. Речь о связи этих всех вещей друг с другом. На самом деле чувствуется очень тесная связь и гипотеза АБЦ с эллиптическими кривыми. Это все как бы... Все, это все... Гипотеза вот, она... Значит, все. Рассмотрим. Любой эпсилон больше нуля.
рассмотрим любую тройку такую, да? То есть, ну да, 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 пусть эпсилон больше нуля. А, тогда, значит, любое, да? А, и пусть, и, ну да, ну и все. А, значит, тогда вот таких троек, да? Вот таких троек, что это нарушено, что это больше, чем вот это, вот, конечное число. Все. То есть всех троек, где а плюс b равно c, а c больше, чем это выражение в степени 1 плюс эпсилон, конечное количество во всем, так сказать, z в кубе, n в кубе. Эпсилон любое больше нуля. Но там как бы чем больше, тем меньше троек. Ну понятно, тут просто имеется в виду, что... Вот гипотеза АБЦ. Иногда проще пишут, что там один из видов гипотезы просто, что здесь двойку ставят и говорят, что не бывает никогда. Ну и этого для теорем Ферма вполне достаточно. Вот. Ну а так гипотеза АБЦ, вот она такая. Ну и она, собственно, она не доказана. Некто японец один тут всем морочил голову 5 лет подряд, а потом пришел Петя Шольце и поставил его на место. Жесткой рукой сказал, что есть серьезный неустранимый пробел в его 1000-страничном доказательстве. Но Петя Шольце непростой паренек. Непростой немецкий парень. Он на секундочку филдсовский лауреат последнего созыва. Так что дело тут серьезное. Пришлось японцу отползти в сторону. Вот. Так вот. Да, на самом деле я хочу дальше показывать видео. То есть мы с вами руками поработали, теперь мы поработаем глазами довольно много. У нас целая презентация на тему еще одного замечательного сюжета, с которого на самом деле все и началось, с эллиптическими кривыми. Именно с... А? Дело в том, что передача информации и шифрование именно на этом уравнении основано, только там берут разные простые числа и арифметику ту же самую совершают в поле остатков по модулю простого числа. Тоже так передают там, тихо шепчут там, по модулю 67 будем действовать, да? А потом говорят, 4 раза возьмите вот это решение, 4 раза сложите. А если человек не знает, по какому модулю, фигушки он сложит вообще, да? То есть это, ну или что-нибудь в этом духе, да? Или наоборот сообщают, что по модулю 67... А какую точку там как-то по секрету сообщают. В общем, на самом деле подробности вот этой системы кодирования я еще не изучил, но там все уныло, кроме самого вот этого вот самой красоты математики, что складываются точки на эллиптических кривых. То есть вот в этом суть сложения точек на кубических кривых. Вот в чем суть. И сейчас мы сейчас начнем... Можно это уточнить? Да. А вообще не стоит в том, что вместо семерки берется простое число. Нет, в биткоине вообще просто y квадрат равно x кубе плюс 7, точка. Именно. Всегда, ровно эта кривая. Ровно, да. Ровно в биткоине, ровно эта кривая. А вариации других? Какие там много разных, можно да. Можно брать другое. Можно брать другие эллиптические кривые, да. Нет, можно просто взять, ну, общий вид, я сейчас как бы покажу, что такое эллиптическая кривая. Ну, а остальное, значит, сейчас мы перейдем к задаче, с которой вообще все началось. А началось все с задачи о шарыгинских треугольниках. Вот. Итак, дальше я вам буду показывать картинки, что для меня не свойственно, но тем не менее. А как комплекс? Это, простите, это не Иркутск, конечно, извините. Да, а? С яблочками и всем таким. Да, и задача с яблочками — это тоже эллиптическая кривая. В ней очень легко угадывается решение, в котором отрицательное количество яблок. А комплексные? Ну, это уже не нужно. То есть, оно по модулю меньше оказывается? Оно очень маленькое. Да, там типа плюс-минус 1, 2 и 3. Ну, в общем, там из совсем простых соображений выписывается решение, в которых нет требования положительности количества фруктов. А дальше с путем построения касательных и еще одним приемом, который я сейчас тоже расскажу, уже выходит в конце концов на решение, где все положительные, и это, естественно, уже дает решение исходного уравнения. Оно оказывается, там знаменатели растут как это, грибы после дождя размером. То есть каждая итерация знаменатель удваивается. Вот этот наш трюк с касательной сработал. Очевидно, наше множество так устроено, чтобы он сработал. Нет, сейчас, секундочку. Вот, значит, трюк с касательной сработает всегда для любой эллиптической кривой. Тут важна невыраженность кривой. Вот тут единственное, что важно, это невыраженность кривой. Невыраженность важна только, когда я буду говорить про групповые свойства. А третью точку всегда можно так найти. То есть можно взять любые... Ну, да, давай я расскажу, сейчас все будет здесь. Кривой, так все будет, вот сейчас все будет. Все, дальше все будет по порядку.
можно считать, что первый час было введение, а полчаса будет, собственно, аккуратное изложение шаг за шагом. Значит, итак, вот с чего все началось. 40 лет назад великий геометр Шарыгин сформулировал задачу. Можно ли придумать треугольник, который не является равноведренным, но у которого равноведренным является треугольник в основании биссектрис? Ну, ясно, что если у вас равнобедренный треугольник, то и в основании биссектрис тоже будет лежать. Капитан Очевидность говорит, что в основании биссектрис тоже будет лежать равнобедренный. А можно ли сказать слово о самом Шарыгине сказать? Это же научно популярная лекция. Да, но я могу лишь сказать, что у него жил огромный попугай. Вот такой вот, как у Боцмана в песне. Да? Вот. И он, значит, что-то даже говорил. Я не знаю, правда, я не мог расслышать, что он говорил. Я пошел к нему один раз в жизни. Моя встреча с Шарыгиным была в том, что я уложил задача олимпиадная, сколько блинов можно уложить на некоторой сковородке. Те, кто давали эту задачу, они придумали 24, а я придумал 26, причем было 24. И после проведения олимпиады я пришел к нему и рассказал это решение с 26. Вот. И попугай как-то комментировал это все. Я имею в виду, скажи, пожалуйста, чем он знаменит, этот человек? Шарыгин — это геометр. А. У нас научно-популярные лекции. Ну да. Но это человек, который там выпустил учебник, это задачник по планиметрии, выпустил огромное, тысячи задач по планиметрии, фантастически красивых, значит, в общем, планиметрии руку так, что его именно всегда написано золотыми буквами на небесах. Достаточно? Но я, честно, не знаю. С его сыном я довольно неплохо знаком. Его зовут Гоша, он в ИТЭФе работает или работал какое-то время. Ну, в общем, такой вот там московский энтузиаст, математик, коих у нас там несколько сотен есть. Вот. Ну и вот задача, да, вот если треугольник равнобедренный, то ясно, что в основаниях биссектрис находится тоже равнобедренный треугольник. Может ли быть в основаниях биссектрис равнобедренный треугольник? Ответ – да, может. Значит, вот он, это еще в кванте было опубликовано. Сборники вошла. Значит, ответ, вот, то есть вопрос тут такой, следует ли отсюда, что исходный треугольник равнобедренный? То есть известно, что основание биссектрисы обложивает равнобедренный. Следует ли, что исходный? Нет, не следует. Значит, сейчас я приведу пример. Нам неизвестно. Значит, сейчас я, ну да, вначале мы, собственно, треугольником Шарыгина мы будем называть любой такой треугольник. Ну и если написать уравнение в определенном смысле, там понятно, что есть некое, это осуществимо. То есть вещественное можно, ну как бы что такое вещественное решение? Вы написали какое-то кубическое уравнение, вот его корень, если вот вы его возьмете, найдете там по формуле кардан и вычислите, вот у вас будет решение. Но это как бы, конечно, всегда с такими задачами связаны какие-то вопросы целочисленного характера. Всегда хочется пощупать что-то, а пощупать... Можно только целые числа, да, так хорошо, чтобы пощупать. Но вот как пишет, да, у него а квадрат плюс b квадрат равно c квадрат. Опишите все стороны а, b, c. Пожалуйста, c равно корень квадратный за квадрат плюс b квадрат. Да? Ну, это такой бессмысленный, очевидный ответ. А если я хочу, чтобы целые были стороны? О, это тогда целое дело. Ну, я думаю, что половина народа знает, что это знали еще индусы древние. Но это для Пифагорова треугольника. Вот из соображений там вещественных, там получается, что очень-очень маленький диапазон для угла. То есть, во-первых, он тупоугольный всегда, во-вторых, угол вот в этом, вот в этом диапазоне лежит меньше, чем 2 угла. Угол должен быть вот здесь и здесь. Значит, и никаких других шарыгинских треугольников не существует, но для любого угла в этом промежутке такой треугольник есть. Значит, теперь давайте я приведу, вот кажется, сейчас будет, да, да. Значит, авторство этого примера нам неизвестно. Мы думали, что это Павел Кожевников, большой энтузиаст, но на прямой вопрос, он ли это придумал, он ответил, что это не он. А авторство это чье? Ну, Шарыгин сам написал уравнение, показал, что он говорит. Шарыгин оставил нам в наследство замечание, что найдите человеческий треугольник с этим свойством. Потому что он лишь сумел показать, что такие вещественные треугольники есть. А вот какой-то более приличный — нет. Так вот, смотрите, вот это супер треугольник. Смотрите, какой это треугольник.
Это комплексная запись, единица, корень седьмой степени из единицы примитивной. Он же в квадрате, он же в кубе. Ну, как бы я мог бы это все геометрически нарисовать без использования комплексных чисел, но как-то, если они есть, почему их скрывать? Да, да. Это просто комплексные числа, все вот единицы. И вот, значит, ну, или если хочешь, просто вот у меня семиугольник, я беру его сторону, маленькую и большую диагональ. И, внимание, они образуют Шарыгинский треугольник. Доказательства. По-индийски «смотри». Значит, смотрите, что делается. Берется корень из этого зета. Так вот, берется из нее корень, то есть корень 14 степени из единицы примитивной. Значит, и проводится вот такая вот, ну вот это диаметр по очевидным причинам у окружности. Вот. Значит, и вот у меня на пересечении, вот если я взял биссектрису вот этого угла, она как раз попадает сюда по теореме, да, углы там поровну делят окружность, соответствующую дугу. Вот, то есть биссектриса, она должна делить, продолжение должно делить поровну эту дугу, соответственно, попадает в корень 14 степени из единицы. И если я теперь отражу это дело вот сюда, то я попаду в зета в пятой. То есть я был в зета в кубе, попал теперь в зета в пятой. И в силу очевидных симметрий этой ситуации всей, да, вот эта длина и эта одинаковые. Вот. То есть у меня вот это перпендикулярно диаметру, и я отражу. Сказать надо просто, что вот это равно вот. Следующую симметрию рассмотрим. Вот это с этим. Как я 5 отражу относительно вот этого, уже не диаметра. Я отражу относительно кси в линии. Вот это перейдет вот сюда. Потому что здесь остается две стороны семиугольника, и здесь семиугольника. Поэтому моя перешла в эту прямую. Прекрасно. Теперь вопрос. То есть ты умножаешь все на корень из кси, оно все поворачивается, да? Нет, я отражаю. Я не умножаю. Я отражаю относительно вот этой прямой. И тогда вот эта прямая перешла вот в это. А вот эта штрихованная перешла вот в этот диаметр. Потому что здесь половина этой дуги. Отражаешь уже в смысле рассматривает... Просто отражаю. Но геометрии. Ну просто беру и отражаю. Что? Точка пересечения этих двух относительно этого друг другу. Все. Теорема доказана. Не, да, был немножко. Тут два как бы этапа. Первый этап очевидный, что я вот это, если здесь половинка, значит, я сюда попал. Но если я теперь вот это с этим, да, отражу точку. Ну, в общем, да, на самом деле, по секрету могу сказать, что можно это соотношение, ну, там, через теорему там, синусов, через теорему косинусов задать равенство этих и подставить комплексные числа, там тоже все сократится. Но это, конечно, уныло, а вот это гениально совершенно. Но мы не знаем авторства. А, сейчас будет. Вот он. Угольники. И он как раз попадает, аккуратно попадает куда надо. Видите как? Попал. Так, нерешенная задача. Существуют ли нетривиальные примеры треугольников Шарыгина? Получается многоугольников. То есть, чтобы взять три разных стороны диагонали, там разной длины, и чтобы был шарыгинский. Никто не знает ответ. А численно вы... Да, Игорь досчитал до 2000. Фигушки. Нет, я имел в виду такой эксперимент. На компе. Такие рациональные числа, что рациональное число умножить на пи лежит в этом диапазоне. Вот. А потом проверить, является... Ну, это прям... По сути. То есть, ну, в общем, он перебрал многоугольники до 2000 угольников. Но это ничего. Как вас должен научить пример с яблоками, бананами и апельсинами, это ничего не доказывает. Вот. Значит, а теперь внимание. Дальше была супер история. Сергей Маркелов, который эту задачу мне принес, он
он, ну, как бы идеально, конечно, получил Шарыгинский треугольник. Так вот, Сергей Маркелов, он взял компьютер в 96-м году и запустил перебор, тупой просто прямой перебор до сторон с миллионом длиной, миллиона длиной. И два месяца работы компьютера в 96-м году, сейчас, наверное, это было бы несколько минут, он закончил перебор и сообщил, что нет таких. Если бы он делал сегодня, он бы запустил до миллиарда, и он бы нашел. Потому что вот первое решение. Это Шарыгинский треугольник. 1 880 081. 18 800 081. 1 481 089. 131. Обратите сильно меньше этих двух, это потом будет важно. Ну, как бы пока просто за. Он как бы очень близок. Длинные две стороны примерно одинаковые, и одна очень короткая. Ну, как бы это в каком-то смысле потом окажется важным, но, может быть, мы до этого... Ну, можно просто подставить и получить, да? Но вопрос, как это нашли? Понятно, что все-таки это как-то надо было найти. Значит, он закончил перебор. Вот звериная интуиция ему говорила, что вот на самом деле он есть. Вот я не знаю, как это выглядит, да? То есть он взял, закончил перебор, но все равно он был уверен, что этот треугольник существует. И он провел некоторые манипуляции. Я потом покажу, какие. И он этот треугольник нашел. А мне он позвонил и спросил, можно ли найти еще какой-нибудь. После этого я изучил начальную теорию, существует бесконечное количество. Не подобно друг другу. Не умножить это на 2 все или на 3. Да? Вот. Значит, я принес не Таю, он навел там совсем крутую науку и там еще кучу всего. Выяснилось, ну, на самом деле, реальная задача, напрямую идущая в современную математику. Я очень люблю такие. Это мой любимый конек. Из школы какая-то задача, и оказывается, что чтобы ее решить, нужно применить современную наработанную математику. Это очень, очень хорошо убеждает людей всегда, что ею надо заниматься. Это, короче, выбор, либо завершать в течение 10 минут, либо ты остаешься без нужного. Нет, почему? Если я полшестого уеду, я... Ну, единственное, я без метро могу остаться, наверное, да? Без метро. Нет, на такси-то я доеду. Дорога до Московского вокзала полчаса, с учетом там пробок, мало ли, тебе нужно заказать еду, чтобы ее приготовить. Нет, там нет, это поезд. Не ресторан, это столовка, я там знаю все. Не, все нормально. Ладно, продолжаем. Я предупредил. Нет, просто заходи на полшестого такси до станции Горьковская. Все. Все будет хорошо тогда. Закажу. Сейчас не работает на время. Понял. Ну ладно. Короче, да. Идем дальше. Значит, итак, сейчас я открываю все карты. Мнение Шарыгинского треугольника переписывается вот в таком потрясающе симметричном виде. C в кубе плюс c квадрат на a плюс b равно c на a квадрат плюс b плюс b квадрат плюс кубический вида от a и b. Вот. Значит, это теорема косинусов. Ну, либо там, на самом деле, в общем, тут разные варианты к этому прийти. А оно же записывается вот так. Вы поняли, насколько это близко к яблокам и бананам. C на a плюс b c. Плюс b на a плюс c. Вот. Ну и ясно, что тут как бы рост с яблоками и бананами прямая, поэтому мы это и занимаемся, потому что это мы долго занимались, но с яблоками и бананами делается все то же самое. Так, теперь смотрите, что нарисовано здесь. Все вообще треугольники с точностью до подобия. Что такое все треугольники? Что такое пространство модулей всех треугольников? То есть, как увидеть все треугольники так, чтобы близкие по углам были, обозначались близкими точками? Ну, во-первых, мы подобные не различаем, то есть мы именно вот, так сказать, у нас есть труба, телескоп, мы можем приближать, отдалять. И все виды треугольников, ну вот задаются, понятно, если мы положим просто большую сторону равную единице, и тогда это будет множество всех таких а и b, что а больше b плюс 1, b плюс, а меньше b плюс 1, b меньше a плюс 1 и c меньше a плюс b, то есть 1 меньше a плюс b. Ну, это неравенство треугольника и положительность. Значит, соответственно, вот зона всех треугольников. Так вот, вот эта кривая, это вот такая фигнюшка на этой плоскости. Поэтому вот это
Это и есть множество всех шарлингенских треугольников, часть вот этой кривой. Вот. И вопрос нахождения на ней рациональных точек. Потому что любая рациональная точка по предумножении на знаменатель превращается в целочисленный шарлингенский треугольник. Слушай, я делал фото тебя на память и все пропустил. Можно еще раз? Я думаю, не я один не понял. Ну вот эта кривая, это c на a плюс b, ну 1 разделить на a плюс b равно a разделить на b плюс 1 плюс b разделить на a плюс 1. То есть при c равно 1. Но вот эта кривая, это подстановка c равно 1 вот сюда. Или же, соответственно, она же вот эта вот при c равно 1 просто. А и b, да, а и b. Горизонтальная a. Да. Вертикальная b. Но это совершенно не важно. Вот. Да. Если c положить равно если c равно единице, то это вот получается кривая, вот она. Вот такое. А это треугольники. Так, а почему это треугольник? Ну, потому что неравенство треугольника, вот это первое неравенство, это второе, это третье. Стороны а, b и 1. Ага. Ну, понятно, то очевидно. А плюс b больше единицы, да. А плюс 1 больше b. Стороны получаешь три ограничения. Да? Ну да, вот они все, вот корыто, корыто. Вот это корыто, это множество всех треугольников. Шарыгинские здесь вырезаются вот так. И тут очень легко проверить, что касательное входит внутрь множества. Поэтому там, ну так Шарыгин и делал. Понятно. Но это вещественные, это неинтересно. Это вещественные. А нам нужны целочисленные. Замена координат. Вот эту замену координат сделал Маркелов. Но она известна всем, кто занимался школьной геометрией, такой вот олимпиадной. Классическая замена, да, когда берутся отрезки касательных до вписанной окружности. X, Y, Z. И тогда остается, мне не нужно теперь неравенство треугольника, оно автоматом выполнено. Теперь мне нужно только, чтобы X, Y, Z были больше нуля. Это проще, так проще изучать. После подстановки в соответствующее уравнение вот такой вот замены, да, линейной, получается вот такая шняга. Ничего особенного. Особенно здесь только то, что оно не содержит X кубе и Y кубе. Что это означает? Я заказывал такси, поэтому я не понял замену, потому что я не занимался олимпиадной математикой. Ну вот, вот, обычно а равно y плюс z, вот эта сторона, да, b равно x плюс z. Да, x, y, z, это отрезки касательных до вписанной окружности. Так, и что тут с целочисленностью? Ничего, а вот с положительностью неравенство треугольника уже не требуется. По x, y, z надо проверять только положительность. А целочисленность, опять же, ничего. Но это замена рациональная. То есть там, где рациональные решения, будут новые рациональные. То есть утверждение такое. Если x, y и z положительные и справедлив вот этот чертеж, то тогда треугольник ABC шарыгинский. Нет, просто он треугольник. А, он просто треугольник. Да. Если верить. Если x, y, z положительные, то ABC является треугольником. Поэтому... Вот. А x, y, z могут быть совершенно любыми, но положительными. Понятно. То есть ты избавился от необходимости проверять неравенство треугольника. Но если сделать эту замену, кривая как-то поплывет, она станет... Да, вот она. Вот она и поплыла. Так. А картинки тут можно как-то? Будет, будет. Значит, итак, что важно, что нет x кубе и y кубе. Маркелов это заметил. А что означает, что нет x кубе и y кубе? Это значит, что если я подставлю x равно константа вот сюда... Если я подставлю x равно константа, значит, да, ну, во-первых, я хочу поделить на z нафиг вообще сразу. То есть я перейду к карте x, y, так, поделил на z в кубе, все. Получилось относительно x и y кубическое в совокупности, потому что все-таки вот эти два есть, остальные все квадратные, но эти два кубических. Но! Если x равно константа, то по y будет уравнение второй степени. Если y равно константа, то по x тоже второй степени. То есть на прямых высекаются уравнения второй степени. А значит, если я провел любую параллельную земле или вертикальную прямую, то точек пересечения с этой кривой не более двух. А значит, если у меня есть одно рациональное решение, я высекаю второе по теореме Виета. Вот. То есть получается... Ну и дальше он это все, вот она получилась в этих координатах новых, вот ее овальчик, и вот как бы туда-сюда, 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 вот как бы как можно плодить решение, то есть вертикально, горизонтально, снова вертикально, снова горизонтально, да, то есть взял одно решение, оно постепенно плодится. Кубический бильярд — это полная труба, даже квадратичные не все понятно. То есть, по крайней мере, скорее всего, что не зациклится. Скорее всего, полная задница, я прошу прощения за выражение. Логичный, но тут такое, по-другому, да? Даже не сказать. То есть абсолютная. Вот.
Если, да, я говорю, что даже эллиптический бильярд — это бог знает что. А ты попробуй в кубической кривой взять овал и запустить. Все. Скорее всего, кранты. Я не думаю, что кто-то этим занимался вообще в жизни. Но людей много. На планете 7 миллиардов людей. Может быть, где-то в Мумба-Лумба, там, например, сидит маленький негритенок и запускает кубический бильярд в овале кубической кривой. Все может быть. Я нисколько не удивлюсь. Если... Рамонджан же как появился, да? Прям так. Вот, в общем, вот так он так сделал 8 раз, Маркелов, и пришел к этому решению, значит, которое... Важно ли было именно овал? Потому что в нем можно сколько угодно отражать? Ну, да, он взял этот овал просто по наитию. Ну, как бы, он хотел найти это решение положительное, он его нашел. Вот. Ну и вот, так сказать, в конце концов он вывел вот следующим шагом уже то решение, которое надо, получается. Видишь, знаменатели. Просто надо посмотреть. Знаменатели удваиваются каждый шаг. Вот это надо понимать. У этих рациональных решений удваиваются. Поэтому до 80 в том примере дойти — это там, ну, 10 раз. Не больше, даже 6 раз. У нас должны быть... ты возьмешь z равно минус 1, да? Нет, они должны z равно 1, да. Да. Но пока их не получается положительными. Вот уже на следующем шаге он получится, и будет то решение. Так, значит, теперь ты хотел определение, получай. Эллиптическая кривая на плоскости — это гладкая кубическая кривая, у которой нет особых точек, то есть не может быть обнуления по всем трем. То есть это кривая третьей степени, однородная, от трех переменных, да? Кривая, просто многочлен третьей степени, однородный. В нем 10 членов, в принципе, отдельных, да, с какими-то коэффициентами. Так вот, она будет... эллиптической над комплексными числами, если не будет ни одной точки, в которой вырождены все три производных. Тут не написано про однородность. Ну, как-то, да, очевидно, имеется в виду. Что... Но на плоскости, потому что на плоскости, потому что как бы тут всегда вот эта вот дихотомия. То ты на плоскости рассматриваешь, деля на один из переменных, то переходишь в проективный мир. Так все же здесь-то... Но здесь на плоскости, но на самом деле все-таки... правильно считать, что это, что здесь написано, тут на самом деле правильно считать, что это написано уже в пространстве, но однородно. Вот. И нет одновременного обнуления всех трех производных. Вот что такое эллиптическая кривая. В частности, из этого следует, что она не может распадаться в произведение линейной и квадратичной. Потому что если задать одновременное обнуление линейной и квадратичной части, по теореме Гильберта о нулях будет существовать решение. И в этом решении будут обе производные равны нулю. Но это на c. На как бы, ну, просто я не хочу парить мозг, будем все на c иметь. На c — это просто вот одно требование, чтобы нигде не обнулялось. Значит, если мы говорим об эллиптической кривой над каким-то еще полем, то нужно, чтобы была точка, хотя бы одно решение с коэффициентами в этом поле. То есть если я говорю рациональная эллиптическая кривая, это означает, что это такое уравнение, у которого есть хотя бы одно целое решение x, y, z. Почему я сказал целое, а не рациональное? Потому что можно множить на знаменатели, ничего не изменится, да. Целое и рациональное для однородных — это одно и то же вообще. Искать рациональное решение или целое для однородных этих самых. Ну вот, собственно говоря, значит, теперь перегибы — это вот такой детерминант страшненький. Ну, на самом деле, это нам, в общем-то, не надо, потому что для нашей кривой совершенно ясно, как выглядит перегиб. Да. Значит... Сейчас давайте я сразу куда надо пойду. Значит, сложение точек на эллиптической кривой. Давайте я это, я даже, наверное, на доске, я, может быть, на доске это, на доске объясню, а потом мы вернемся, да? Значит, смотрите. Мы удваивали точку, проводя касательную. Значит, вот есть там такая кривая, да? Типичная форма такой эллиптической кривой. Либо она такая, либо она... вот с таким яичком слева вылупилось яичко при изменении параметров. То есть в параметрическом семействе, да, вылупилось вот это вот яичко, оно постепенно вылуплялось и вылупилось в параметрическом семействе. В общем, она может быть такой или такой. Ну и вот, значит, теперь мы умеем вот так делать и получать новую точку. А умеем еще брать две точки, проводить и получать новую точку. Вот. И дальше я как бы вот это знал Диофант, и то, и другое. То есть он знал, что можно... плодить рациональные решения у кубических уравнений. Это знал еще Диофант. Но он не вкурил, что там получается группа. Потому что, блин, он не знал, что такое группа. Представляешь? Он не беседовал с Галуа
и не знал, что такое группа. Вот, значит, но мы знаем, да, что такое группа? Это когда требуется, чтобы была какая-то операция, и эта операция была ассоциативна, да, то есть, значит, группа — это когда есть ассоциативность А плюс Б плюс С. Видите, я такой условно пишу, потому что это может что угодно обозначать, просто нужно, чтобы выполнены были некие требования. Значит, дальше некоторый нейтральный элемент должен быть, такой, что его с чем не складывай, в любую сторону получалась исходная точка, и для любой точки существует минус А. То есть А с минус А дает в любом порядке 0 вот этот. Ну и если для группы верно А плюс Б равно Б плюс А, то она еще и называется коммутативной. Так вот, сложение точек. Ну, хотелось бы верить, что сложение точек это групповая операция. Но не так-то все, к сожалению, просто. Вот просто так взять и объявить, что сумма этих двух точек равна вот этой, не получится. Не получится. Ну, там по очевидным соображениям будете искать, там 0 никак не будете находить, никакой 0. А вот если мы, давайте сделаем симметрично все, отсимметризируем, и будем делать так. Берем две точки, складываем и отражаем вот сюда. И если это А и это Б, то это будет А плюс Б. То есть иными словами, да, а это будет минус А плюс Б, а 0 будет, простите за выражение, в бесконечности расположен в обе стороны. Ну, это начинается такой типичный, значит, сленг, проективный. Геометрии, к сожалению, без проективной здесь вообще никак нельзя обойтись. Вот. То есть мы считаем, что 0 на бесконечности, там, он далеко-далеко. И тогда, когда мы проводим через некоторую точку и 0, 0 плюс А, получается эта точка отраженная, о, как раз получается сюда, да? 0 плюс x, значит, вроде как вот мы до сюда дошли, отразили, получился x. А это минус x, потому что если я проведу через x и минус x, я получу как раз бесконечность, отражаю, а там та же бесконечность. Ну, это проективный мир, да? Что там бесконечность, что там бесконечность. То есть получается как раз 0. То есть бесконечность равна нулю, да, видите, в этой группе. Вот. Ну и самое сложное тут что? Вот это все очевидно, вот это все очевидно. Вот это. И это трудно и очень-очень красиво. У этой ассоциативности существует целый ряд доказательств. И, значит, ну как бы разных доказательств. Одно в лоб, одно через продвинутую алгебраическую геометрию на плоскости или, наоборот, про начальную, а начальную алгебраическую геометрию. В общем, это верно. И в результате получается, что у нас Абелева группа. Коммутативная группа точек с рациональными координатами. А что есть у коммутативных групп? Кто с ними общался? Что есть у... какой важный очень показатель для коммутативной группы? Ранг. Что такое ранг? Это я ищу, ну, грубо говоря, я хочу понять, могу ли я получить все точки, все элементы группы, складывая какой-то конечный список друг с другом. Но некоторые из них будут обладать свойством, что несколько раз сложил и получился 0. Такие мы называем кручениями и убираем. А некоторые, они до бесконечности будут плодиться, плодиться и плодиться. Вот. И вот если я убрал кручение, убрал его, игнорирую его, рассматриваю только ту часть, которая, значит, в которой ни одна точка не будет после некоторого конечного повторения приводить к нулю, то тогда вот инвариант этой группы, такой самый важный показатель, это сколько нужно взять точек, чтобы их суммами получили все остальные. Так вот, глубочайшая теорема про эллиптические кривые 1930 года, теорема Марделла. У любой эллиптической кривой конечный ранг. Также было куча всяких результатов про кручение, про конечную часть. Там все вообще известно, практически все. А? Бывает, да, у нас, например, вот здесь было кручение, есть. Тут группа Z2 плюс Z, то есть парное кручение D и 2D равно нулю. И некое порождающее А. Ну вот, собственно, дальше, да, дальше можно, в общем, завершить на том, что у этой кривой оказалось нетривиальная часть без кручения, то есть положительный ранг. А раз у нее есть положительный ранг, у нее есть бесконечное количество рациональных точек. Бесконечное количество рациональных точек на компактном множестве всех решений дает бесконечное количество
и в любой окрестности любой точки, тем самым дает бесконечное количество шарлинских треугольников. То есть здесь, так сказать, через топологию все решается. Главное было посчитать ранг. Ранг, он оказался, по крайней мере, один, потом Нитай доказал формально, что он равен единице. Вот. А вообще это все связано напрямую с одной из семи основных. Да, давайте я какие-нибудь картинки сейчас покажу. Вот они, значит, вот это значит, D, которая ранг 2, у нее, ой, кручение 2, 2D равно нулю. Это вот А, которая, видимо, порождает группу, но это доказать мы так и не смогли. Но, по крайней мере, у нее бесконечный порядок. И вот, соответственно, мы берем точки, точки за точки, точку за точки, точку за точкой, 7А плюс D, 9А плюс D — это она. Узнаете, да? 9А плюс D — это та самая точка с положительными, все положительные вхождения. Соответственно, она вот, это треугольник. А дальше вот еще несколько треугольников Шарыгина. Здесь написано разложение на простые множители их. Вот, например, точка 30 кратная А — это вот такое разложение, это первая сторона. Вот такое разложение — это вторая сторона. И вот такое разложение — третья сторона. Дальше ситуация совсем ухудшается. Вот, ну, в общем… А? Да, да, на компе запустил просто этот счет, и все. А, серьезно, да? А, ну круто, да. Ну вот, ну, так сказать, он, в общем, все, что мы знаем на сегодня. Бесконечное количество шарлингских треугольников есть. Но как бы там надо смотреть, вроде бы А порождающее, но это пока не установлено. Также открыта проблема про вот эти многоугольники, в которые надо вписывать. Ну и, собственно говоря, великая теорема Ферма решена именно техникой эллиптических кривых, но я пока не могу разобрать, как именно. И эти самые, значит, все эти шифры… И эти фрукты, да, и гипотеза Бёрча, Свинентона, Дайера, одна из семи величайших проблем тысячелетия, связывает ранг эллиптической кривой с некоторой специальной зета-функцией, типа зета-функции Риммана, но более сложной, и с ее поведением вокруг точки x равно единице. Вот, вот она, она… А? Нет, ни ту, ни другую. Целых два вхождения из семи самых великих проблем будущего тысячелетия связанные с этим делом. Гипотеза Риммана сама, ну и вот гипотеза Бёрча, Свинентона, Дайера напрямую связана, там специально модифицированная, значит, функция, кажется, или функция называется. Вот, и ее поведение как функция комплексного переменного в некоторой точке, да, там порядок нуля, это как раз ранг, якобы. Но вот это никто не знает, и если кто узнает, то сразу прославится на весь мир. Впрочем, не знаю, интересуют ли такие вещи, как слава, да, математиков. Вот Перельмана явно не интересует. Все, пожалуй, на этом все. Значит, хочу еще подарить вам очень прикольную игрушку. Просто так. Называется игра «Детерминант». Берется 3 на 3. Таблица 3 на 3 и заполняется цифрами от 1 до 9. А дальше у нее считается детерминант, и это есть выигрыш первого игрока у второго. Вань, завесим весь Нижний Новгород. Там вот написано, что вот в свое время была очень популярная игра. Играли на деньги они. 3 на 3. Двое по очереди. Первый, например, ставит единицу, второй куда-то ставит пятерку. Вот, там чего не хватает. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну да, последнего, понятно, ход уже однозначно определен. Дальше считай с детерминанта, до первого выиграет у второго. Вот такая игрушка. Мы с Женей Смирновым минут 10 решали 2 на 2, но решили. 3 на 3, не знаю. Да, все, точно, абсолютно, да. Знаем, какой выигрыш, какая цена игры. Но это 2 на 2. А тут я вообще не знаю. Так, а вдруг кто-то не знает, что в интернете существует империя математики youtube.com/punkmathematics. Если вдруг не знаете, то заходите. И это называется первый канал, кстати. У нас теперь, у нас в империи появилась своя лексика.
А второй канал, это второй канал, на него есть ссылка здесь, называется «Маткульт, привет». Я вас приглашаю. Значит, в чем состоит особенность этого ресурса? На нем отключена реклама. И поэтому, когда вы смотрите математику, вас не парят какими-нибудь памперсами грязными, которые вам впаривают. То есть вы открываете и смотрите ровно то, что вы хотите смотреть. Это, естественно, там, сами понимаете, что стоило нам серьезных, так сказать, финансовых решений, но мы на них сознательно пошли, потому что мы хотим не зарабатывать деньги, а делать математику для всего честного народа. Если вдруг кто-то из вас или ваших друзей может стать нашим патреоном, то я приглашаю. Там есть написано, как именно это сделать. То есть это я как бы обращаюсь к людям, у которых просто есть лишние деньги. Если они есть, то подписывайтесь на наш канал в качестве патреонов, то есть этих самых как бы ежемесячных жертвователей. Там описано. Вот здесь на сайте также есть куча всего, все бесплатно абсолютно. Книга «Математика для гуманитариев» там есть. У меня с собой, правда, нет ни одного экземпляра, я прошу прощения. Есть, да, у многих? Ага. Ну и 100 уроков математики, конечно. 100 уроков математики. Что еще? Еще пора, да, бежать? Все, сейчас. Сейчас. Да, вот, это контакт. Его тоже ведут волонтеры. Инстаграм есть. Ну, короче, империя есть империя. Там есть все. Волонтеры все ведут. Спасибо вам огромное, друзья, за то, что вы пришли сегодня сюда. Пожалуйста, и до новых встреч. До новых встреч. Простите за некоторый сумбур. Как-то я хотел и то, и все рассказать. Все хотел рассказать. Друзья. Но я-то побежал, да? Да. Но подожди. Но подожду. Сейчас вот в течение минуты интервью журналистки, которые перед нас и я приведу сажать его так. А потом журналистка вернется сюда и хотела бы побеседовать с вами.